Вижу ролик по обучающемуся пульту GAL LMS005L набирает все больше и больше популярность. Видимо, достаточно большая проблема найти пульт, который может одновременно управлять приставками IPTV и телевизором. Соответственно, не могу не записать новый ролик. Недавно, проходя по магазину Метро, я заметил, пульт стоит всего 520 рублей. На 25% дешевле, чем было озвучено в предыдущем ролике. Советую посетить магазин. В интернете действительно подтверждена цена наличия пульта по всей стране. И одной пульт от приставок IPTV является универсальным, но не обучаемым. Соответственно, бывают ситуации, когда пульт не может управлять незнакомым ему телевизором. Например, некоторые модели телевизоров Supra. Приходится для включения, отключения телевизора, управления громкостью использовать родной пульт телевизора. Использовать два пульта одновременно от приставки и от телевизора. Попробуем выйти из данной ситуации с помощью обучаемого пульта. Все очень просто. Выбираем кнопку управления устройством, например, ТВ, а далее удерживаем кнопку Learn, пока не загорится кнопочка с нарисованной лампочкой. Подносим обучаемый и обучающий пульт друг к другу инфракрасными светодиодами и нажимаем на оригинальном пульте кнопку, которую нужно запрограммировать на обучаемом пульте. Как только лампочка замигала, подтверждаем обучение нажатием соответствующей кнопки на обучаемом пульте. Лампочка опять загорится непрерывно. Так последовательно проходим все кнопки. Заканчиваем программирование нажатием клавиши Learn. Необходимо протестировать кнопки. Не всегда происходит успешное программирование. Если какая-то из кнопок не работает, то можно повторить программирование только для нее. Универсальным пультом можно управлять несколькими телевизорами. Для этого нужно повторить аналогичное программирование, выбирая альтернативные источники, например, DVD, SAT, VCR и так далее.